Далее. У нас здесь разные муниципалитеты, и, пожалуйста, я буду называть муниципалитет, поднимайте руку. Вот я вижу Ногинск, самый дальний, самый первый приехали. Красноармеец, под ваши аплодисменты. Дальше, Фрязино. Щелковская делегация. Больше всех до нас добралась Пушкина сегодня. Ивантеевка. Вот смотрите, целый центральный ряд. Вот вы знаете, друзья, я вот недавно тут пытался в сторис со спецэффектами сделать себе. И я понял, что я вообще ничего не понимаю. И что на самом деле медийная сфера настолько ушла вперед. И вот я думаю, кто здесь юнжур? Может быть, нам стоит сесть, вот Наталья Александровна, туда подальше. Они выйдут нам и расскажут, как это все делать. Но на самом деле, наверное, все-таки еще долгое время ведущие каким-то жанром журналистики, сюжетом, репортажем, будет уделено внимание большое. И поэтому сегодняшние наши гости немножечко расскажут нам о журналистике, потому что все, кто пришел сюда, все-таки выбрали журналистику своей профессии. Или, по крайней мере, об этом задумались. И я под ваши аплодисменты представляю наших гостей. Председатель Союза журналистов Московской области Наталья Александровна Чернышова.